Спасибо, что мы с вами посидели и пообщались. Мне сейчас, одинокому пожилому человеку, это и приятно, и необходимо. Так что мне будет еще приятнее, если вы не забудете ко мне дорожку. Ну, а сами старайтесь, коль выбрали эту профессию, значит, я уже повторяюсь, действуйте так, чтобы результаты вам помогли в будущем стать настоящими МЧСовцами.